Мы формируем сейчас титульные списки по ремонту кровель. Уже, в общем-то, к отдельным кровлям мы приступили, там, где возможно. В первую очередь, это шиферные кровли. По шиферным кровлям мы наметили текущим ремонтом отремонтировать в этом году порядка 600 кровель. Где-то, наверное, порядка 1200 домов будет включено в титульные списки по мягким кровлям. Это больше по объемам прошлого года. Финансирование в этом году больше выделено в бюджете, заложено. Эта сессия тоже будет рассматривать вопрос о выделении дополнительного финансирования на текущий ремонт жилых домов. Сейчас мы формируем титульные списки с районными администрациями. И как только уже погода нам позволит, мы приступим к работам по мягким кровлям. Вот есть частный случай, где из-за морозы протекла дождь. Нужно обратиться в районную администрацию соответствующего района, составить акт с жилком сервисом, и мы тогда рассмотрим эту заявку. Но сразу говорю, что мы можем удовлетворить только порядка 20% тех заявок, которые у нас есть. То есть большую часть пока, к сожалению, в связи с большим износом кровель и недоремонтами, которые не выполнялись в предыдущие годы, соответственно, за один ремонтный период мы все отремонтировать не сможем.